Сегодня полицейские края подвели итоги своей работы за прошлый год. Как отметил начальник главного управления МВД по краю Вадим Антонов, в 2015-м сотрудниками раскрыто более 33 тысяч преступлений. Из них более 3 тысяч связаны с незаконным оборотом наркотиков. При этом совместно с другими правоохранительными органами изъято более 1200 килограммов наркотических средств. Вадим Антонов также заявил, что в регионе снизилось количество убийств, разбойных нападений и грабежей. Благодаря слаженной работе не допущено нарушений правопорядка во время массовых мероприятий в крае. На коллегии присутствовал губернатор края Виктор Толоконский. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу участковых, привлекать к работе полиции и волонтеров и в целом увеличивать взаимодействие правоохранительных органов с общественностью. В современных условиях органы внутренних дел уже не столько профессионально такая закрытая система борьбы с преступностью, сколько такое открытое, если публичное ведомство по обеспечению порядка, по обеспечению безопасности. Здесь все равно без взаимодействия с обществом, с другими государственными общественными институтами не обойтись.